Тропами Байаная. В Нерюнге состоялись соревнования внедорожников. Участие в них приняли и гости из Алданского улуса. Кто одержал победу, расскажет Виктория Харитонова. Второй этап внедорожных соревнований клуба «Азимут 4 на 4 Нерюнгри» прошел в формате квеста. Защитить родную якутскую землю от напасти злых духов – главная задача для участников по легенде соревнований. Трофи рейд «Тропами Байана» – это открытое соревнование для всех любителей полного привода. Несмотря на то, что все экипажи были тщательно подготовлены и осмотрены технической комиссией, трассы маршрутов все же были специально подготовлены, чтобы оставаться относительно безопасными для техники, но при этом быть азартными и запоминающимися. Для сильных духом, отчаянных людей, любящих приключения, путешествия и экстрим, такое мероприятие в самый раз. Мы подготавливаем машину конкретно к этому этапу, подошли серьезно, потому что мы уже на протяжении 3 лет участвуем в таких соревнованиях, как по G-трофи, по лесам, по этим GPS-ориентированию. В этом году мы 3-й раз участвуем и надеемся, что... К участию в рейде были допущены полноприводные автомобили, которые впоследствии разделили на так называемые танки. Это внедорожники на специальной резине и более подготовленные, и пехоту. Полноприводные автомобили на стандартной резине. В этот раз хорошую конкуренцию составили 5 экипажей из Алдана, среди которых есть опытные победители и призеры подобных соревнований. У нас в Алдане всякие разные машины. Сафари, УАЗики, Нивы, как бы особых критерий не было. Самое главное, чтобы была дорожная формула 4 на 4 и водительское удостоверение. С каждым годом количество участников клуба в Нерюнгри растет. Сегодня их уже около 60. Но, к сожалению, участие смогли принять не все. Пропаганда идет внедорожного спорта в республике. Мы хотим развиваться, расти дальше. То есть, если нас заметят, увидит кто-то, то, думаю, совместными усилиями мы сделаем многое. Нерюнгринский филиал клуба «Азимут 4 на 4 дает возможность многим нерюнгринцам, имеющим полноприводные и подготовленные автомобили, принимать участие в подобных соревнованиях, делиться опытом и получать новые эмоции и адреналин. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.